Приветствую в очередном обзоре на грядущее обновление For Honor. И как всегда, давайте сразу взглянем на краткий список нововведений. 14 сентября в первом титл-апдейте в игру введут новый платный Battle Pass и бесплатный Event Pass, удаление временной стойки у всех убийц, а также монаха. Теперь у них будет постоянная стойка, как и у других классов. Поздравляю всех мейнеров-убийц с этим долгожданным изменением. Также сразу уточню то, что дефлекты будут работать точно так же, как и раньше. Новый тестинг-раунд с долгожданным реворком Горца. Три новых Хэрафёста 5, 12 и 19 октября. Возвращение старого ивента, введение Кёсина. Во втором же титл-апдейте нас ожидают 26 октября новый хэллоуинский ивент, новый скин на китайского героя, судя по всему, на монаха. На Reddit был создан пост с превью нового трейлера, которое, видимо, было загружено по ошибке, так как сейчас превью выглядит вот так, а также новые вариации брони рыцарей и самураев. Далее с 23 по 30 ноября в игру вернут старый ивент Гамбит Жаньху и еще три Хэрафёста 16, 23 и 30 ноября. Теперь давайте перейдем к патчноутам. Перед тем, как начать говорить об изменениях Юста, JC кратко упомянул про тестинг-раунд с ускорением башей. Разработчики все еще тестируют новые тайминги, и в первом титл-апдейте их ожидать не стоит. Но вполне возможно, что изменения скорости баши ведут во втором титл-апдейте. А теперь к Юсту. Больше будет нельзя сделать так называемый паровозик после парирования Хэвика. Теперь этот прием можно сделать только после парирования Лайта. Хэви, начинающий серию, теперь можно продолжить гарантированным лайтом с той же стороны. Данный лайт считается вторым приемом серии, и его можно продолжить финишер атаками. Все хэви атаки в серии получат гиперармор на сотой миллисекунде. Имеется в виду только хэвики в серии. Финишер анблоки гиперармора не получат. Верхний хэви, завершающий серию, теперь можно софтвинтить в ГБ. Перекид теперь гарантирует любой хэви, начинающий серию, плюс лайт с той же стороны. Также этот хэви теперь нельзя будет поймать в ГБ. Раньше же, если Юст кидал хэви после перекида, но не продолжал серию, то его гарантированно можно было поймать в ГБ. Верхний анблок после парирования теперь начинает серию и может продолжаться гарант лайтом с той же стороны. Зона атака и анблок зона атака после парирования теперь будут стоить 20 стамины вместо 60, начинать серию, а также иметь 600 мс рекавери. Раньше зона у Юста не имела рекавери, что позволяло кинуть данную атаку в стойку Кёсина или Арамусы и потом спэрить их анблок. Были полностью удалены стан, урон по стамине и пауза стамина со всех приемов. Были подкорректированы тайминги рекавери для множества атак. Был изменен урон у следующих атак. Хэви, начинающий серию, теперь наносит 20 урона. Хэви в серии теперь наносят 26 урона. Хэви, завершающие серию, теперь наносят 28 урона. Верхний анблок после парирования теперь наносит 25 урона. Была изменена скорость следующих атак. Верхний хэви в серии теперь 800 мс, был 900. Верхний хэви, завершающий серию, теперь 966 мс, был 1100 мс. Лайт после парирования теперь 300 мс, был 200 мс. И боковой хэви после парирования или паровозик теперь 1100 мс, был 800 мс. И последняя важная информация. Любое изменение, которое не было указано в патчноутах, не будет добавлено в игру. JC кратко перечислил, о чем именно здесь идет речь. У Юста все так же будут боковые Enhanced лайты с нейтрала, не отлетающие от блока, баш серии все так же 500 мс, его нельзя будет отменять. Три лайта в серии не будут добавлены в игру. И это все, что было показано в патчноутах Юста. JC уточнил, что для более точной и полной информации нам нужно дождаться выпуска патчноутов на официальном сайте For Honor. Вполне возможно, что на стриме могли забыть про некоторые мелкие детали. Теперь перейдем к изменениям пиратки. Хэви, завершающий серию, теперь наносят 24 урона, было 22. У гарантированного выстрела из пистолета было уменьшено рекавери на 100 миллисекунд. Также данный выстрел станет противника на дополнительные 33 миллисекунды. У негарантированного выстрела из пистолета было уменьшено рекавери на 33 мс. Изменение верхнего додж анблока. Атака теперь по скорости 700 мс,
была 800 мс. Гипер-армор включается с 433 миллисекунды. Было с 500 миллисекунды. Боковая додж-атака теперь по скорости 533 мс. Была 600 мс. Далее у нас идет Миджай. Все изменения коснулись атак в стойке с посохом. Атаки в стойке с топорами тронуты не были. Все хэви-атаки в серии теперь наносят 28 урона. Было 30 на боковых и 32 на верхнем. Все хэви-атаки, завершающие серию, теперь наносят 30 урона. Было 32 на боковых и 34 на верхнем. Были изменены хитбоксы у всех лайт и хэви-атак, а также у зон-атаки. То бишь, это означает, что хитбоксы теперь должны быть меньше, насколько сильно, увидим уже в игре. Далее переходим к изменениям Ароти. Был очень сильно понерфлен ганг-потенциал Штормраша и его нереальные станлоки. Теперь по сути это обычный хэвик, и старые ганги через Штормраш теперь будут неактуальны. Также Штормраш больше нельзя продолжить гарант лайтом с той же стороны. Вследствие этого урон данной атаки был повышен до 20 вместо 16 плюс 4 урона с гарант лайта. И наконец, супер изменение Хитокири. Зон атака теперь стоит 20 стамины вместо 60. А теперь давайте перейдем к долгожданному реворку Горца на предстоящем тестинг раунде. Теперь, когда вы отменяете любую атаку, но при этом продолжаете держать правую кнопку мыши, вы переходите в боевую стойку. Бэкстеп лайт теперь будет перемещать вас назад несколько меньше. К примеру, если вы попытаетесь сделать бэкстеп лайт вблизи своего противника, то лайт будет попадать по нему, а не улетать в воздух, как раньше. Был уменьшен урон у контркрашей. Теперь они будут наносить 18 урона вместо 20. Лайты в серии больше не имеют гиперармора. Теперь в ГБ можно будет нанести гарантированный хэви сверху. Также после пэри лайта теперь не обязательно держать правую кнопку мыши, чтобы перейти в боевую стойку и дать гарант анблок. Теперь можно просто нанести гарантированный хэви сбоку в 27 урона. Зон атаку теперь можно будет отменять до нанесения первого удара. Также зон атака теперь будет иметь гиперармор через 500 миллисекунд на первом ударе и через 100 миллисекунд на втором и третьем. Далее зон атаку можно будет продолжать хэви финишером, а хэви финишер можно будет продолжать зон атакой. Додж хэви вперед теперь можно отменять. Пинок в боевой стойке теперь можно отменять. Теперь в боевой стойке у Горца есть додж-баши в виде захвата рукой, который стал ощутимо быстрее и, как и раньше, гарантирует анблок хэви-атаку. В то же время вы, как и раньше, можете переводить ногу в руку или давать руку с нейтрала. Был понижен урон у анблок-атак. Теперь они наносят 26 урона вместо 30, но зато были уменьшены затраты стамины. Теперь анблок атаки стоит 12 стамины вместо 24. И конечно же был удален урон по стамине и пауза стамины у тех приемов, у которых они были. Также были уменьшены затраты стамины при выходе из боевой стойки. Раньше выход стоил 12 стамин, теперь 6. И последнее изменение. Скорость передвижения Горца была увеличена. Теперь он будет перемещаться со скоростью, как у конце. На этом с изменениями персонажей все. Далее, как всегда, я скомпилирую всю косметику, новые загрузочные экраны, новое оружие и тому подобное. Так что, кому это интересно, обязательно смотрите ролик далее. Также ставьте лайки, если нашли данное видео полезным и информативным. Пишите комментарии, если есть что сказать по данному обновлению или если я где-либо ошибся. И наконец, если вдруг кто-нибудь желает поддержать канал донатом, то все ссылки в описании. На этом у меня все. Увидимся с вами на новых видео и стримах.
Yep. So thank you, everybody at home, for tuning in, and we will see you next time or on the battlefield. No, don't. You blow it. Oh, no. You blow it. Oh, it's really good. We're all screwed.